Нежданно-негаданно зима вернулась в город. Самое время доставать подштанники и, наверное, коньки. Я не знаю. Примерно вот такая вот ситуация. Приходится перебираться очень мелкими шажками. Она по всему городу. И если дороги, которые вроде как чем-то посыпали, более-менее оттаяли, то на тротуарах вот такой вот ледяной ад. Очень-очень тяжело остановиться. На самом деле это правда опасно. Я не представляю, пенсионеры вообще, как они здесь ходят. А вот это вот остановка Багульник. Здесь просто лед, перемешанный с грязью. Он не катится, но он все равно выглядит очень опасно. Стоило сойти нам с центральных улиц города, как тут вообще просто каток. Смотрите, это улица... А какая это улица? Гданская, наверное. Напишите в комментариях.